Участковая медсестра Тамара Травкина в амбулатории Гора Ленинских работает с 1985 года. Последние 5 лет в зоне ее ответственности – снятие электрокардиограммы. Говорит, что новый аппарат для этого исследования кардинально отличается от старого. Нет пленки, которая, да, иногда неправильно пишется, вот, и какие-то сложности с бумагой были у нас. А теперь этот аппарат, он только передает всю информацию на электронную почту врачу, который описывает уже ЭКГ. 12-канальный электрокардиограф экспертного класса понятен и эффективен в работе. Для точности исследования умной машины контролируется даже правильность подключения электродов. Звуковые сигналы подскажут, если они закреплены неверно. А затем в течение 10 секунд аппарат уже снимет показания. Мы можем на ранних стадиях выявлять и инфаркты, на ранних стадиях выявлять и нарушение ритма, чтобы оперативно госпитализировать этих пациентов, чтобы не именно попадать в эти золотые, там, скажем, 3 часа, которые важны для пациента. Впереди большие новогодние каникулы. Конечно, поступление оборудования в амбулаторию очень своевременно. В первую неделю января возможен наплыв пациентов, и аппарат ЭКГ будет востребован. У врачей даже существует понятие – синдром праздничного сердца, когда нарушение ритма возникает даже у тех, кто ранее не имел проблем. Можно с ним выходить на дом, также снимать пленку. В самом аппарате вся база сохраняется, полностью архив на каждого пациента. И можно уже не пользоваться бумагами, искать данные какие-либо. Все уже будет находиться в памяти и в личном кабинете у врача. Помимо ЭКГ, теперь в амбулатории есть еще современный дефибриллятор. Полностью автоматизированная система сама подскажет, какие шаги необходимо сделать для реанимации пациента. А если поступит срочный вызов, то медицинский персонал готов быстро отреагировать и выехать на новый «Ладе Ларгус». Автомобили были закуплены региональным министерством здравоохранения для мобильности врачей и медсестер лечебно-профилактических учреждений. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».